отвлекся. Отключился на секунду. Отключились на секунду, да? Что-то, телефон зазвонил или как, или не спали? Спали сегодня? Нет, дальняя дорога была, жарко, видимо, готовился уже на съезд на виадук. Временная отключка. Вы откуда едете? Колёва, Ленинградская область. А куда? Вообще не имеете права вообще снимать. Не мешайте нам работать, пожалуйста, мы ничего такого не спрашиваем. Ничего такого не спрашивайте, вы не имеете права без нашего разрешения нас снимать. При предварительной проверке документов установлено, что водитель перевозил пассажиров, не имея договора фрахтования. Автобус не оборудован тахографом. Значит, двигался он с Ленинградской областью в Московскую область. Московская область перевозил рабочих. Судя по всему, режим труда и отдыха водителя никто не контролировал. И по предварительным данным, причиной ДТП явилось сон за рулем. Будем проводить проверку, установим все обстоятельства. Скорее всего, это водитель осуществлял деятельность без соответствующего разрешения, то бишь лицензии. Соответственно, будем принимать все меры, предусмотренные законодательством.